Конечно, им трудно учить наш язык. И американец мне, снова мой знакомый, задал вопрос: объясни разницу между «ладно» и «ну ладно». Вот. А вам уже смешно, а мне-то объяснять ему надо было. А вы попробуйте эту разницу объяснить. Их язык для передачи информации, он точнее нашего передает информацию, а наш для выражения обуревающих чувств нас. Ладно, ну ладно, от интонации зависит. Я ему говорю: ладно, это да. Он говорит: а ну ладно, каким я себя придурком почувствовал, когда я ему объяснял, что такое ну ладно. Я говорю: ну ладно, это не совсем да.